Команда «Максимум» Томск. 30 секунд. Прошу, Дима. Я поступила! Еще варианты от «Бакса» участники. Биты не битого. Казахи. Конца пробки не видно! Прошу следующий стоп-кадр. Это я не совсем помню, но... Прошу, Смоленск. Это команда поддержки Юрия Соломоновича Гусмана. Сколько лет назад Юлик играл в КВН, а до сих пор у него есть фанаты. Ты смотри. Прошу, Казахстан. Александр Васильевич пенсию здесь дает? Еще варианты есть? Прошу, Коля, давай. Те, кто участвовал в «А ну-ка, девушки». На поверхности, на поверхности. Середине, еще вариант. В середине какая-то аргентинская бабушка. Больше нет вариантов. Смотрим дальше. Следующий стоп-кадр. Зверев Зверева стрижет. Так, а теперь, если подумать, то какие могут быть ответы? Виталик, жги. Наши. Еще вариант, прошу. Вот так выглядят воронежские готы. Хорошо, Смоленск. Они не наши. Молодец. Все, вариантов нет. Виталик победил. Следующая фотография. Знакомый персонаж, я имею в виду справа вверху. Президент Голландии! Все-таки стал начальником! Дальше. Прошу. КВН – азартная игра. Давай. Здравствуйте, наших бабушек не видели? Хорошо. Следующая фотография. Он отсутствует в жюри и где-то танцует в другом месте. Я прошу засчитать мои слова за смоленской командой. Еще есть варианты? Хорошо, дальше. Масляков раскручивает Галустяна. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, в общем, ответ не лишен истины, в известном смысле. Еще варианты есть? Нет? Спасибо. Теперь внимание. Да что вы? Все стоп-кадры продемонстрированы, но у меня есть еще один дополнительный вопрос от наших друзей. Внимание, команды. Как мы знаем, многие по утрам пьют не с кафе «Классик», а КВНщики и по вечерам. Зачем они это делают? Можно еще раз?
Как мы знаем, многие по утрам пьют не с кафе «Классика», КВНчики, и по вечерам. Зачем они это делают? Мы готовы ночью пить, лишь бы сегодня победить. Как мы знаем, многие по утрам пьют не с кафе «Классика», КВНчики, и по вечерам. Зачем они это делают? Александр Васильевич сказал, надо пить. Спасибо, разминка закончена. Максимум в разминке 6 баллов. О таком максимуме, конечно, мечтать не вредно. Но тут все зависит от нашего уважаемого жюри, как они оценят участие команд именно в этом конкурсе. Триот идиот Смоленск. Прошу оценки. 4, 6, 5, 6, 4. Разминка 25-я, Воронежская область. 4-4-4-4-4-3. Бак соучастники. 4-5-6-6-6-5. Разминка казахи. 4-5-5-4-5-4. Спасибо. Средний балл за разминку, и, наконец-то, можно уже кое-что суммировать. Сумма за два конкурса. Пожалуйста, ребят. Средняя балла за разминку. Смоленск, 5 баллов ровно. 25-я Воронеж, 3,8 балла. Сборная Краснодарского края, 5,3 балла. Казахи, 4,5 балла. Сумма...